Радость Майя так встречал всех приходивших к нему преподобный Серафим Саровский. Этими почти забытыми сегодня словами называют самых близких, дорогих и горячо любимых людей. Эту фотовыставку по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря организовали православные активисты Петропавловского кафедрального собора и фотохудожники Крыма и Украины. Не зря она называется «Радость моя», потому что вся наша радость взрослого поколения, радость наших детей, которых мы воспитываем дома и, в частности, мы обучаем в наших образовательных организациях. Конечно же, направление воспитательной работы в наших школах – это воспитание семьи, воспитание любви, воспитание толерантности. И оно было во все времена, вне зависимости от того, насколько сложное или легкое время мы сейчас переживаем. Василиса Апухтина принимает участие в этом проекте не только как фотохудожник. Потому что я мама, и половина фотографий – это моя дочь. И в том числе первая фотография, где она еще в животе. У Василисы 6 братьев и сестер. И сама она мечтает быть многодетной мамой. Я не понимала, как женщины идут второй раз на беременность, или третий, или шестой. А сейчас понимаю, что это как болезнь, я не знаю, но хочется испытать это заново. На открытие фотовыставки собралось множество горожан, взрослых и, конечно же, детей. Ведь именно для них, в первую очередь, этот проект стартовал солнечным осенним днем. Семья – это действительно семья. Мы очень хотим, чтобы наши крымские семьи, наши российские семьи приумножались, чтобы они были крепкими, когда они создаются, созидаются на Божьей духовной основе, чтобы они созидались раз и навсегда. Мы надеемся, что все те, кто торопится, пробегая по улицам нашего города на работу или бежит наоборот домой, немного задержит свое внимание на этих снимках и еще раз вспомнит о своей семье, о своих детях, а тех, кто пока еще семьи не имеет, вспомнит о том, что нужно, чтобы она была, но была одной и на всю жизнь. Юлия Орлова, Александр Смычек, «Время новостей».